После развода Людмила Путина теперь не боится говорить об этом. Владимир и Людмила Путина объявили об окончании супружеских отношений. В четверг вечером первая пара страны посетила спектакль «Эсмеральда», после которого дала откровенное интервью телеканалу «Россия-24». Президент России Владимир Путин и Людмила Путина в четверг объявили, что их брак завершен. Отвечая на вопрос журналиста канала «Россия-24», развод ли это, Людмила Путина сказала «да». Можно сказать, это цивилизованный развод. Президент России Владимир Путин сообщил, что решение о разводе они с Людмилой Путиной приняли совместно. Президент объяснил развод тем, что не все готовы к высокой степени публичности, которая предполагает роль статуса супруги политика такого уровня. Путин также добавил, что они с Людмилой и после развода навсегда останутся близкими людьми. Сама Людмила Путина объяснила развод должностью президента России. Они практически не виделись. «Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли, живут каждой своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь».